новой весенней зеленью и последним майским снегом мы загадаем вам новую загадку. В прошлом выпуске, подготовленном вместе с сотрудниками Ленинградского зоопарка, мы просили вас отгадать, что за животное изображено на фасаде дома на Каменноостровском 69-71. Дом этот был построен в 30-е годы прошлого века по проекту архитектора Николая Евгеньевича Лансере. Он предназначался для работников Института экспериментальной медицины, и поэтому на его фасаде можно увидеть лепные изображения различных животных, как объектов исследования, а также лабораторные инструменты – микроскопы, медицинские весы, мензурки. Облик этой обезьянки передан весьма условно, но мы посоветовали вам обратить внимание на ее хвост. Впрочем, совсем не случайно в формулировке загадки был упомянут и лев. Загаданное животное называется вандеру или львинохвостый макак. Эти обезьяны из семейства мартышковых имеют две особенности, делающие их похожими на льва. Во-первых, это хвост, тонкий, длинный, с кисточкой на конце. А во-вторых, густая грива. Вандеру – небольшие животные. Длина их тела без хвоста около полуметра, а хвост – 35 сантиметров в длину. Львинохвостые макаки в природе обитают в вечно зеленых лесах юго-западной Индии и считаются редким вымирающим видом. Но вы можете увидеть этих двух замечательных животных, отца и сына, у нас в Ленинградском зоопарке. И новая загадка. Этих фигур здесь столько же, сколько колец. Перечислите всех героев и назовите то место, где они стоят. Переходите на сайт библиотек Петроградской стороны и присылайте ваши ответы.